Давайте сразу представляю первого артиста города Саратов, проект УГЭО, Василий Куриевский. Да, здравствуйте. Ой, а тут столб. Прикольно. А меня все видят за столбом? Просто я не очень толстый. Ладно. Да, добрый день. Мы сейчас прям еще там 3 минуты, и мы тоже подключимся и начнем. А где твои ходули? Чё? Ходули где твои? Других нет? Слышал? Ты был намного выше. Где? Все, ты готов? Да, готов. Мы настроились все. Уже вместо 20 минут нам надо играть 15, поэтому мы выкинули еще одну песню из своего трек-листа. И надо быстрее начинать, а то останется 10 минут. Мы решили прям дать прям вот так громко, резко начать с одной из самых дурацких, сумасшедших песен. Песня о ситуации в городе, в которую приехал президент. Он иногда приезжает в города, а и когда приезжает президент в обычный провинциальный город, в нем начинают твориться чудеса. Вот об таких чудесах песня. А тут точно, кто я? Раз, два, три, четыре. На темных улицах вкопали фонари. В центре новых светофоров целых 3 чинить дороги везут щебенку и цемент. Значит, в город едет президент. Цены в магазинах опустились до края. На рынке продавщица улыбнулась, как родная. В Макдональдсе бомжей бесплатно угощают. Водители прохожих за километр пропускают. Гаишник улыбается и всем салютует. И только пальчиком грозит за двойную сплошную. Вежливые копники в подъездах предлагают сигарет. Еще бы, в город едет президент. Мне уже не тревожно, можно жить и работать можно. Так бы за него всю жизнь и голосовал, если бы он жил в моем городе, сука, никуда не уезжал. Спасибо президенту, но все-таки мне тревожно. И пусть город сверкает, как все медали у деда, а оставить его здесь, увы, невозможно. Я боюсь даже думать, что будет, когда он уедет. Да, можно там? Там никого нет? Прибавить? Я себя хорошо слышу, а тебя мы? Итак, не представил. Меня зовут Вася Уриевский. У его Миша Гардин. Уриевский Гардин. Вместе мы УГ. Мы из Саратова. Это недалеко. Вот. Дальше. А все, гитара больше тебе не нужна. В принципе, можете не прибавлять даже. 4 песни мы споем. Одну спели, 3 осталось. Все остальные, он играет, кстати, еще на аккордеоне, вообще на всем играет. Играет на всех инструментах практически, которые у него есть. А что дальше?
А, да, сейчас давайте песню поем вместе. Песня про дядю Колю. Можно представить, что там есть такой дядя Коля, который, ну, просто большой молодец. Он умеет все, он лучше всех, такой, ну, практически супермен домашний такой. Вот, дядя Коля. А петь надо вместе не, не, вот такие слова. Вай-вай-вай-вай! Вот так. Смотрите, вот, начинаю я, вот так, смотри. И вы. Вай-вай-вай-вай! Вот второй раз не надо там. Потом опять. Три, четыре. Сейчас не надо. Дядя Коля работал на Дальнем Севере, снег сторожил, был лучшим из сторожей. А когда приезжал домой на маленьком сейнере, привозил кусочки полюса и кусочки моржей. А вот вам, дети моржики, хвосты, усы, вырастешь, будешь, как я, расти и сын. Дядя Коля работал на жаркой Африке, джунглю и пустыню сторожил от врагов. А когда приезжал домой на маленьком пазике, привозил кусочки Африки и кусочки слонов. Вот вам, дети слоники, хвосты, носы, вырастешь, будешь, как я, расти и сы. Бардовском, Грушинском, сторожил палатки, гору и перегар. А когда приезжал домой на шаре воздушном, привозил кусочки бардов и кусочки гитар. Вот вам, дети барды, борода, усы, вырастешь, будешь, как я, расти и сы. Еще дядя Коля работал на космической станции, турбины, космодром, асфальт, все охранял. А когда приезжал домой на воздушном катере, привозил кусочки космоса и инопланетян. Вот вам, дети, гляньте, че, тащи весы, вырастешь, будешь, как я, расти весы. Свободно, раскованно, статую свободы видел и Колизей. А у меня теперь целая коллекция всякой хреновины. Я подумал немного, я подумал немного, я подумал немного и открыл музей. Вот вам, дети моржики, хвосты, усы, вот вам, дети слоники, хвосты, носы. Сам я говорю себе, хитрее лисы, клево все будет, чувак, живи, лисы. Ла-та-та-та-та-та-рай, ла-та-та-рай, братишка, все будет ништяк. Давай, несы! Две песни осталось. Сейчас мы там, ну, медленно все-таки надо показать разнообразие нашего творчества. Есть лирические композиции о любви. Сейчас одна такая прозвучит. Для всех безответно влюбленных. Осеннее утро, двор засыпал листьями, мне бы зарыться в них от черных ресниц твоих. Рыба как будто печально и резко попался на леску с одной смс-ки. По утрам говорю с отражением, что там шепчет зима ей. Ни Гришковец, ни Миронов, Женя я, что могу дать, кроме жизни моей? Бери меня, не примене, и даже в Риме нет времени.
везде скорпион, водолей она. А значит, сразу мне и прямо ответит, что сколько бы не было мной песен наблеяно, а БГ переблеять не светит. Черную белое сменяет полоска, и я нормальный, слава богу, не даун. И все ж какой из меня Высоцкий, какой, прости господи, разумом. А я хотел бы подарить тебе яхту или хотя бы там какой-нибудь танкер, но у меня в карманах полный ахтунг, и в кошельке у меня тангер, тангер, ау. Днем и ночью счастье зову, ау. Душа хочет праздника, и если в городе тебя не найду, то по-любому найду в одноклассниках. Ну так бери меня, не ври мне, и даже ври мне. Хочешь, выпью? Ну, знаю, хочешь, закурим? Я все могу, я натренирован. А сам я клоун по натуре. И в трусах, и без трусов тоже клоун. Я понимаю, это вряд ли поможет, но удивить тебя хочу новым сексом. Я войду и поменяю цвет кожи. Ты будешь мой малыш, а я твой Майкл Джексон. Я буду радовать ночами и днями, только согласилась бы ты бы. Я такое могу делать бровями, чего не может сам Василий Шандыбин. Так качаешь прессы, не нужен фитнес, жить будешь вечно, как Эдита Пьеха. А если смерть все ж таки разлучит нас, то произойдет это только от смеха. Ну так бери меня, не ври мне, и даже ври мне. Времени. Заметь меня, пожалуйста. Давай, а? Сколько времени мимо пролито? Есть что-то общее у меня со Стивом Ваем. Ты про него тоже думаешь. Кто это? Это я сейчас похож на Кощея. Ты помани, я пролечу 42 версты и захорошею с тобой. Буду вообще я и Брэда Питтисты, и Джонни Депписты. Ну, бери меня, не ври мне, и даже ври. Миша Гардин, мы из Саратова приехали вот вообще сюда петь. И еще у нас есть диски. Сейчас заключительная песня будет. А где диски? А вот диски. Ну, если вдруг, ну как, вы понимаете, диски. Что и говорить еще. Подходите, какой-то странный звук. Или это здесь только такой? Как будто я немножко так в игре такой, чуть-чуть. Ну и что, сейчас практически гимн. Гимн творчества. Ну это я про себя, конечно. Thank you.
или пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится все, правда, с первого до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму, отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю, а что-то как-то все не по приколу. Грязные тряпки, тройка, четверть, подъем в 7 утра. Столовка, сменка, училки, физра, литра. И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем, день за днем. Знаете, думаю, что-то школа как-то, извините, ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Ни о чем. Потом был универ, хороший, престижный, старый. И понеслось друг за другом семестры, сессии, пары, пары. Хорошо я учился там, получил даже красный диплом. Но так, если подумать, и диплом ни о чем. Песня ни о чем. Песня-то ни о чем. Ни о чем. Потом познакомился с девочкой из хорошей семьи. Хорошая фигура, машину водила ровно, готовила вкусно, надо сказать, сама не дура. И хорошо мы пожили с ней даже на съемной квартире вдвоем. Но как-то с утра просыпаюсь, смотрю, блин, ни о чем. Песня ни о чем. Песня-то ни о чем. И песня ни о чем. Потом устроился на работу, доход хороший, не печальный. Начальник, в общем-то, молодец, а потом как-то бац, и я сам начальник. Ну, наверное, лучше было бы стать учителем или врачом. Ну, потому что вроде все есть, но все как-то ни о чем. И песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Потом поехали с женой на Мальдивы. Просто жена замучила, говорит, поехали, пожалуйста, там красиво. Приехали, она опять, а что у тебя все время морда кирпичом? Я не знаю, блин, эти Мальдивы. Ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога, дай пожить немного, ну дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет, нет, так не пойдет. Оглянись назад. Что ты сделал-то там? Ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить, как, неужели я хуже всех? А он пожмет своим белым плечом, скажет, нет, ты нормальный чувак. Ну как-то... Послушать хочу, любимая, никакое попало, все достало. Хочется чего-то приятного для души, не резкого. А там по радио какой-то, как Кураевский. Если этих идиотов так и будут на радио пускать, так далеко не уйдем. Ладно бы песня была хорошая, а то и песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Мы закончим свое выступление на этой площадке. Мы уходим отсюда. К сожалению, это нам не подвластно. Здесь есть человек, который рулится, но он говорит нет. Мы сейчас пойдем на дыр-сцену. Знаете, где дыр-сцена? Мы там еще будем петь полчасика, наверное. А у нас есть диск, вы можете все остальные 503 песни послушать на диске. Спасибо большое.
знаю.